Еще раз декларируется задача увеличения доли малого бизнеса и заявлена необходимость его поддержки. Однако, на наш взгляд, реальные меры не позволят достичь желаемых целей. Большим недостатком малого бизнеса является чрезмерная зарегулированность всех элементов налогов на федеральном уровне. Полномочия субъектов и муниципалитетов в налоговой сфере очень ограничены. Сложившаяся практика регулирования налоговых правоотношений не учитывает того факта, что изменения в этой сфере затрагивают интересы большого количества субъектов малого предпринимательства. Общее число выданных патентов на 1 января 2015 года составляет 122 098 единиц. Общее количество индивидуальных предпринимателей – 3 486 941 человек. В проекте включены предложения по изменению патентной системы налогообложения. На нее возлагались и продолжают возлагаться довольно большие надежды. Однако до настоящего времени при ее применении возникает ряд трудностей, но ответа на этот вопрос основные направления не содержат. Что предлагается? Предлагается максимально передать на региональный и муниципальный уровень полномочия по регулированию налоговых правоотношений для малого бизнеса. Рассмотреть вопрос об отмене ограничения в 100 тысяч рублей для определения величины вмененного дохода, а для тех лиц, чьи доходы в год не превышают 1 миллион рублей, уплату стоимости патента можно было бы заменить уплатой ежегодной пошлины с целью легализации их деятельности. Крайне важным и нужным представляется обратить внимание на основные подходы к борьбе с таким явлением, как миграция налогоплательщиков из субъекта в субъект. Зачастую это обусловлено не экономической деятельностью, а уклонением от уплаты налогов, в связи с чем нужно законодательно ограничить такие возможности.